Всем добрый день, с вами Азар. Сегодня я начинаю создавать свой новый плейлист, реагированный Sega Mega Drive. Имею в виду Sega Genesis. И сегодня наш первый трек это Emily Tenkin Down. Я скажу честно, это одна из моих любимых сериалов. Я сыграл на данной консоли. Я думаю, вы поймете почему. Так, первый уровень. И тут уж и тут уже весело. Потому что то, что сами пригод, то, что видите. Потому что видите, это программа сражения. Тут есть несколько видов есть атаки. Прошу прощения за то, что я буду убить. Видите, где-то игру давно не играл. Так, вот первый босс. Ну, это ладно, это просто еще босс. А точнее, это не босс, а мини-босс. Вот тут мне особо нравится вот эта боссовская тема. Давай не интересно. Кого у нас это хуй? Потому что я вижу, тут куча одинаковых кораблей. Ладно. Так, вот теперь мы на федеральную планету. И тут самое веселье начинается. Вот эти вот искать толпы ракет. Сначала это ладно, это маленькие. Видите, они становятся все более толще. Но хотя бы хорошо, что они уничтожаются быстро. Они быстро уничтожаются. Значит, не надо волноваться. Вот не грязь, если я буду долго молчать, потому что я просто погружен в действие этой игры. Итак, босс должен быть где-то уж поблизости. Вот это уже. Причем вот это и он имеет две стадии. Вот это первая. Зато мозг тут какая динамичная. Это уже не самое весело. Вот и вторая стадия. Отлично. Они последние все наломаются. Есть. Но это было довольно-таки просто.
Первый он пойзен. Снова это космос. Ну, знаете, не задели. Ну, это ладно. Вот эти всего 8, всего же вместе всего 3 уровня, да. Левел 1, левел 2 и левел 3. Это вроде на каком-то метеоритном поле. Я не могу взять и обламывать. Это очень хорошо, но то... О, уже начали уже прижимать. Ха, весело. Есть. Так, вот подходим, заходим вглубь. Это что, космонавты, что ли? Да, похоже на то, точнее, мёртвые. Мёртвые, да, действительно, вот космонавты, я считаю. Это, наверное, тех, кто погибли. Что у меня осталось, да? Ну, хотя бы они не хоп не стараются. Хочу еще раз напомнить, что это уровень нормал, а не хаб. Вот. Потому что я не ставился, потому что я не являюсь хардкорщиком. Да, хоть вот сразу. Вот это я буду играть, скорее всего, там их хоть на нормале. Их нет капучек на харде. А вот и босс. Да, вот эмулятор, а вот тут... Это что, тип-то не наш? Ха-ха.
Я еще понимаю, что это, блядь, да. А, вот сюда, класс. Гей, лично, ой, давай пойдем, кто будет третий, который мне больше нравится. В этой игре он сам ем, и у меня этот именно третий уровень. Потому что нужно так попутать сразу уже. Все различают. ПВО, ракетная установка. Да и там, да и там можете, или же мы тут уже известные мини-боссы и босс сам. А что такой черт, что ли? А, так надо прикол сломать, то надо уничтожить. Ух, это хорошо. А если мы будем уничтожаемыми, ха-ха, было бы тяжело. Вот это опаснее. Ну ничего, с ними тоже справимся. С ними справимся сюда. Это волос, волос. Что на ним стараться надо 3 раза. Вот. Второй раз его наверить, вот последний. О, сейчас это сам босс. Надо много убийца к нему. Это он собственный. Там такой сон идет. Наша цель вырывать вот этот глаз.
отлично. И зашиваюсь, это будет всего 6 или 7 тимуров. Потому что, по сути, мы уже где-то в половину прошли. Ну, да. Так. Вот это уже немного будет. Вот уже сплошная органика, скажем так. Давай посмотри. По месту идут просто огромное количество судов. И главное только вот это больше вот. Да, и да, все-таки стоит поторопить, потому что двери будут, потому что все будет появиться. Зубы. Отлично, один запал. Можно успеть, успеть. Двери купился, выбираемся. Отлично. Так, если я не ошибаюсь, то тут ловушка, а, да, вот эти вот. Какой-то робот. Это
как легко съелся их на танках. Зимняя точка, я знаю, это голова, да, но вон, то ли эти делать щупальца. Тогда вот, мы уже убили ее. Теперь, так, убить 5. Это точнее раунд. Ну, ничего. Это уже свалка. Наказывает в каком-то уровне судьбе животное, наверное, тренер, что ли, я не знаю. Ой, прошу прощения. Ладно, похоже, надо будет надо специально. Похоже, надо будет вовремя. Ну и ладно. Но все равно у меня жизни много, так что... Конечно, все нормально. Вот.
колокольчик-то видим, это сзади. Зависит. Фу, толкнулся. Ладно, я, конечно, немножко тяжелее, чем ты ведущий. Ведущий, конечно, ну ничего, ладно, все легко. Отлично. Ловушка. О, боюсь. Да, это видение. Отлично. Ну, у него сюда. Вот эти две эти. Важные в эти две кухни. Так, вот и босс уже сам. Ну, для начала нарисовать его в луке, а потом бить вот так. Хорошо. Тебе не убить, давайте как-то штуки. Ага, что ж, я выйду, покажу. Вот. Это для атаку этой красной штуки. Ну что же, да, ну теперь же это не сюда. Так, вот эта форма, это действительно сложная уже, если честно. Я тут повторюсь, я вот сам, да. Вот цель в том, что вот эта кнопка, от которой шевеляется, да, и она... И тогда нет
Заметь, Дамир, вот от этого я запрету, я так вот от этого, так я попадаю в нее. Но вы не подумайте, что я какой-то нуб в играх. Нет. Есть. Фу. Это было не просто, но я все-таки смог. Так, шестой уровень. Ну, интересно, что же там будет? Это что еще за враги такие? А вот и мини-босс. Та-дам! Странная штуковина, скажу честно. Так она со мной, как это сам понимает. Ну. Ладно, ну ладно. И вот так погибло. Так, это бомба. Шарики, где-то не нужно наглядеть. О, блин, они могут. Блин, это дополнительная сложность, считай. Вот еще один босс. Ну это ладно, это простой, да и кому защищает. Это идет. Вот эти все шарики.
Понятно. Ну там ты что ли? Не знаю. Да понятно, существа проще говорить. Что так было? Еще один у него спит. Вентилятор, что ли? Отлично. Вроде босс такой типа сета, что ли, и класс, не помню. Я играл, кстати, в игру, но это было давно. Да, это такой лицензит, это действительно это вроде сложный босс уже. Ну что, ты еще возьми. Да, это был вкусом, он говорит, есть! Ну, отлично. Второй годен. Yes. Ребят, вроде 8, что ли? Что ли, да? Конечно, их нет. Воу, легче. Там, блин, пламя. Или не помогают. Ух.
Так, есть возраст. Последний момент. Да, вот тут сели таких. Танк, что ли? Теперь надо дать воздух сломать. Попробую сломать или через передышку. А по полу, да? Сердце.
Это вот такая легко. Там тянет встречи, что говорит, что это вот да, там выс его вот здесь. Сложность. Кто ходит. А, ё-моё. Ну тут клоун про огня. Вот стой на месте, чтобы я тебя прибил уже. Есть! Остался вас мне не говорили. Последний. Вот тут уже начинается веселье. Естественно, это же было дерево, да. А то все так быстро, блин, как будто не знаю. Круто, как когда он парик, и там гигант туннель, что ли. Я либо не помню, но... Какое оно, скорее, будет так, и гигант туннель. О, холодное поле. Качай, они уже качались.
Последний босс позади. Есть. Там еще один скачок. Это еще один есть, надо для Ладя, пожалуйста. Отлично, надо пацаны еще будет на жизнь. О, вот и все, файн. Вот все, последний босс. Тут понял, тут есть одна особенность. Счетчик времени. Отчет, видите, пошел, 12 секунд у нас. Мы должны за это время его одолеть. Вот это, типа, мы будем поиграем. Ну да, стандартно. Сейчас могу его уже отдалить. Так, чтобы он не стал пятну. Там это хорошо или нет? Времени-то мало. Есть! Фух, успел. Так, вот можно концовку. Тут какие-то волки летают. Наверное, это можно загадать. Так, а вот и наш корабль. Серьезно повреждён.
как вот на этой земле. Луарский. То есть вот. А вот это, наверное, наш филограф. Вот, вот. А вот вот оба вот, вот, силы. Вот как мы как мы тут не купили титулы, где тут показывают всех боссов, которых мы одолели. Так что вот собственно и все, вся игра. Мы пошли, точнее прошел я. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. А пока давайте до связи. Тут и дополнительный бонус, а выясни. А, нет. А, о, тут, наверное, то, что мы прошли, сколько жизни. Есть и сложности. Да, довольно-таки много очков. Let's play the next level. То есть, мы будем играть на харде. Что у меня опять копать? Это весело. Весело. Ну вот, собственно, и все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Пока!